Привет всем и добро пожаловать на чемпионат мира по футболу FIFA. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Плей-офф чемпионата мира продолжается. Пришло время матчей 1/4 финала, после которых количество команд в турнире сократится до 4. Но не будем спешить. Впереди у нас отличная игра, от которой мы вправе ждать самого лучшего футбола. Сборная Испании сыграет против женской сборной Нидерландов. Обе сборные подошли к 1/4 финала в хорошей форме. У них здорово получается играть впереди, и этот матч вполне может стать праздником атакующего футбола. Но на кону слишком многое, поэтому и вероятность более закрытой игры не пропадает. А вот так выглядит состав сборной Испании. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно соперницам мяч удержать. Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Первый удар по мячу, и игра началась. Алексия Путельяс. Дженнифер Эрмозо. С мячом Даниэль Ван де Донг. Линет Биренштейн. Отличный момент для гола. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Тере Абелейра. Дженни Эрмозо. Очень хорошо вратарь играет. Судья показывает на угол поля. Центр штрафной, мяч с углового летит. И ничего опасного здесь. Удар! Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. Центр штрафной, мяч направлен. Не получилось тут толком мяч выбить. Ну, таким навесом сложно создать что-то опасное. Вратарь без труда забирает мяч. Не смогли оставить мяч у себя. Дженни Эрмозо. Не получается зафиксировать мяч. Очень-очень опасно сейчас было. Даниэль Ван де Донг. Линет Биренштейн. Вот это интересный пас.
Удар заблокирован. Отлично сыграно. Можно провести контратаку. Это опасно. Можно забивать. Спасает вратарь команду. Да, невероятно сыграла. Вытащила, казалось, уже мертвый мяч. Мяч летит в центр штрафной. Выбивает мяч игрок. Вот такую поддержку надо бить. Справляется вратарь. Хорошо сыграла. Центр штрафной пошел мяч. У нее не получилось выбить мяч. Есть шанс для новой атаки. Ничего опасного они не создали. Здорово играет защитница. Мяч отобран. Ленет Биренштейн. Виктория Белова. Здорово переходит вперед. Соперник пытается перестроиться. Удар по воротам. Для вратаря такие удары разминка. Дженнифер Эрмозо. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Подача в штрафную. Момент не исчерпан, пока что не удалось выбить мяч. Берет удар на себя. Бей и выводи команду вперед! Вратарь отбивает удар. Что дальше? Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Есть шанс развернуть контратаку. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Хорошо пробило. Очень близко, но не точно. И все еще ничья у нас. Тереза Абелейра. И справляется вратарь с этим ударом. Самое скопление игроков, угловой подан. И ничего опасного здесь. Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч. Эта атака может стать решающей. Есть первый гол в игре, счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Еще раз гол посмотрим. Отличный пас предшествовал взятию ворот. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Джеки Гройнен. Этот фланг остается совершенно пустым. И все-таки мяч оказывается у соперника.
Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Не смогли придумать ничего вразумительного. Ван де Донг. Атака ушла на фланг, там достаточно места. Очень хорошо в обороне сыграно. Ну вот и все в первом тайме. Судья дал свисток на перерыв. Увидимся во второй половине матча на Стадиум Австралия. Продолжаем смотреть футбол. Второй тайм начался на Стадиум Австралия. Кармона. Классно идет вперед. Какой удар! Вратарь в деле, отражает удары. Лике Мартенс. Команда может развить контратаку. Ивана Андрес. Мариона. Переходят они в атаку. Нужен удар. Вратарь не фиксирует мяч, нужно играть. Но на этот раз полегче. Да, тот сейв был просто потрясающим. Ну, а теперь можно просто отдышаться. Нужно решать. Прекрасно вратарь справляется с ударом. Красивый сейв, но еще раньше судья зафиксировал офсайд. Замена у сборной Нидерландов. И теряют они мяч. Она сыграла в мяч, и на этом атака закончена. Редондо. Мерель Ван Донген. Линет Беренштайн. Джеки Гроин. Она выручила команду. Нужен свежий игрок. На поле будет замена. Разыгрывают на коротке. Подача. Мяч летит в штрафную. Отличный прессинг. Что-то получится здесь. Она уверенно идет с мячом вперед. Но мяч все же переходит к сопернику. Какой пас. Какой момент. Нужно бить. Ну, такие удары для вратаря просто смешны. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать. Посмотри на тренера. Он, по-моему, даже не верит, что мяч не оказался в сетке. И место есть на фланге. Клаудио Сарноса. Здорово работает с мячом и проходит дальше. Не сильно получился удар, и мяч у вратаря. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. И мяч возвращается к ним. Айтана Бонмати.
Она хорошо укрывает мяч корпусом. Отличное оборонительное действие. Есть вариант для паса. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыгран. Угловой, и есть возможность сравнять счет. Играют через короткий пас. К дальней штанге летит мяч. Все-таки не получается навес. Вратарь первым оказался на мяче. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Удар нужен. Мяч в сетке. И это было несложно. Она пробила по пустым воротам. Еще раз забитый гол. Без каких-либо помех со стороны соперниц она забивала. Счет теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. 83-я минута матча. Линет Беренштайн. Она отбирает мяч. Хорошая игра в обороне. Свободная зона на фланге. Можно идти вперед. Джилл Рорт. Перехват. Дальше мяч не пошел. Джеки Гроина. Впереди еще 2 минуты игры. Именно столько добавили к основному времени матча. Судья показывает, что ушел мяч, хотя никто вроде не мешал его в поле сохранить. Ирена Паредес. Редондо. Все, не осталось больше времени. Мы поздравляем команду с выходом в следующий раунд и желаем удачи дальше в плей-офф. Очень хороший матч они провели сегодня. Отличное взаимопонимание, уверенность в своих силах и исполнение в атаке позволили им выйти в следующий раунд.